Найголовніше не панікувати, найголовніше тримати себе в руках. Я вірю в наші Збройні Сили, вірю в те, що ми зможемо і вистояти, і перемогти в цій нелегкій війні. Консолідуватись перше і відстоювати територіальну цілісність держави Україна. У нас нема іншої землі, у нас нема іншої держави. У нас є Україна і нам нема куди відходити. Я як жінка, як громадянка буду робити все, щоб допомогти захищати свою землю, так як я це зможу. Якщо потрібно буде брати гвинтівку, значить я її буду брати. Я вірю, що цього не відбудеться, але якщо навіть такое может быть, а мы уже по 2014 году видели, что такое было, то как минимум нужно быть к этому готовым. Я остаюсь в родной стране, в родном городе и буду защищать нашу страну. Самое главное, если какие-то начинаются боевые действия, понимать, где находится ближайшее бомбоубежище. Основная проблема с этим связана, это то, что в основном люди, которые максимально близко находится к какому-то бомбоубежищу, не знают, где взять ключи. Ту политику, которую сейчас проводит наша страна, наши дипломаты, сила нашей армии, наш президент, дает основания не паниковать. И мы надеемся, что вот те новости, которые вы, если вы видели сегодня уже утром, что объявили о том, что будут прекращены учения в России, дает надежду на то, что нам не придется об этом думать. Я не думала, что я доживу вообще даже до таких вопросов. Поэтому не дай бог нам, чтобы произошли хоть какие-то, да, в Одессе, я не знаю, изменения ситуации. В любом случае вы видите, что депутаты в Одессе, они работают, они на месте. Мэр города, наша первая задача – это не поддаваться панике. То самое главное для наших граждан, для одесситов, для жителей области, это сохранять спокойствие, потому что если произойдет, не дай бог, если произойдет вторжение, от них будет мало что зависеть. Я никуда уезжать не планирую. Я думаю, что все, кто хотел уехать, уже уехали. Я в 99-м году, в марте 99-го, пережила эту бомбардировку. Я была в Белграде, я тогда проживала временно в Белграде, и началась бомбардировка. В 20:00 звучала сирены по всему городу. Инструкции были такие, что нужно спускаться в бомбоубежище. Беру военную форму, которая у меня находится в гардеробе, ее одеваю, мобилизируюсь, иду, защищаю целостность территории Украины. Тримаємо спокій та чистимо кулемет. Звертаємося до 122-ї територіальної оборони, вступаємо до лав та захищаємо Одесу. Сім'ї захищати? Никуда не уезжаю. Нет, никуда не уезжаю. Заботиться о своей семье и заботиться о родине.